Один, два, три. Но твоя мамка настолько уродлива, что 0.96, когда увидел ее, убежал в слезах. Знакомьтесь, стендапер Павлов Дом. Сегодня его задача рассмешить двух ютуберов, меня и Алекса Нотфрила, всего за одну минуту. Если комику удается это сделать за отведенное время, то он получает награду, а в противном случае ликвидируется охраной. Вы проходите? Это было неожиданно и неплохо. Первой наградой за первый раунд становится Кока-Кола. Держите. Это моя шутка, знаете, это моя шутка. Раз, два, три, погнали. А сколько МТФ нужно, чтобы поменять лампочку? Похуй, они и так зовут комплекс. Ну такое. А посадил дед репку, вырос канон-хаб. За каждое удалено скрывается еще больше удалено. Крыльничок. Вот такое много опа-опа, секретная ограда, хаос выебал, мог, так ему и надо. Ну не, это вообще... Ебашьте его! Палач! Палач! Палач, вы концой, палач, выпили. О, все, палач. Нормально, нормально. Ну, давайте следующего. Три, два, один, начинаем. Короче, как-то одна пара очень хотели ребенка, такие прям, вот все меняли, там всякие мади, эти. Приходят они, короче, к врачу, а он им говорит: «Амсерк, Алекс, вы что творите?» Что за хуйня? Блять, я засмеялся. Я нечаянно, я не хотел, по правде говоря. Это херня, не шутка. Ну ладно, на. Окей, вы получаете кого, даже две. Отлично. Три, два, начинаем. Мальчик однажды перебегал дорогу настолько неположенном месте, что его сбило ПВУ. Ну такое. Сука, ты засмеялся, ты дебил, блин, я не понимаю. Мальчик отбил пол. Ну ты, блин, капец. Вы получаете вас, Григор. Ну и хорошо. Итак, вы готовы к третьему раунду? Так, ой, ну допустим, мне правда самые смешные кончились, сейчас буду такими пресными травить вас. Ага, итак, три, два... Один, начинаем. Короче, ребят, люди в очереди, они как это, как ролики Амсерга, выходят раз в год. Ну, такое. Трибуны, это, знаете, это как Советский Союз в 36-м. Большинство пострадало от репрессий. И палача. Кровавого, ну типа. Хорошо, ну почти, почти. Вы же знали, да, наверняка, что почти каждый ТПЛ у нас основан на реальном событии и этом. Ну так вот, ребята, кто из вас создал ТПЛ-166? Давайте, признавайтесь. Ну не я, точно. Не я тоже. 5, 4, 3, 2, 1. Вы проиграли. Да. Палач, уничтожить. Ну как не как? Большая халявка, no way. А я забыл, у меня билет. Все, бейте его. Спасибо, инвалид. Идите отдыхать. Капец. А в честь сотой видеонарезки по SCP-SL на моем проекте объявляются крутые скидки целых 30% на все донаты. Ссылки на сайт с донатами и сам проект будут в описании. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Вы пришли сюда шутить? Конечно. Или нарезать настоящее мясо? Конечно, fresh meat, все дела. Итак, вы готовы? Раз, два, три, давай. Короче, колобок повесился, но амфибич утонул. Я не понял прикол. Сука, ты заржал! Я не понял прикола, поясните. Чё Фибич-то утонул? Ну, блядь, у него просто лишнего веса много. Серьёзно? Блин, ладно. У нас сейчас от ютубера, блядь, отъедет. Вы получаете колу, а там Серга, вот. Да. Секунду, секунду. Ловите. Теперь вы можете продолжить игру и получить более крутые призы или уйти с позором. Блин, ну я чисто, чтобы рассказать шутки, наверное, продолжу. Они, правда, тупые, конечно. Давай, давайте. Итак, если море было водкой, Убежка стал подводной лодкой. Ну такое. Ну, играют в шахматы, получается, американец и британец. Один без королевы, а второй закончил со счетом 9-11. Ну неплохо, но это было близко. Это было очень близко. Так, давайте вот актуалочку. Начало ивента это как 90-е. Получается, вот все дэшки, они как бы это, с бетонными сапогами.
Ну такое. 1.4.8 Watch, 7 Fibich, сервер снова бросил. Ну такое. Ладно, неплохо. Ты засмеялся или нет? Нет, я почти засмеялся. Сука. Знаете, как выглядит, получается, это не сломавшийся голос, да? Увы. Блин, это совсем такое СБ. Увы и ах, время вышло, вы проиграли. Палач. Блин, ну меня... Палач. Апач прилетел. Здравствуйте. Значит, вы у нас готовы. Вы готовы разрывать, да? Да, добрый день. Я ютубер такой маленький, 100 подписчиков. Хочу вот этой фигнёй всё набрать. Да, ноунейм. Да, ноунейм. Но мы вам уделим время, так уж выйти всего лишь минуту. Что ж, вы готовы? Да, я готов. Итак, на счёт 3. 1, 2, 3. В общем, приходят в концлагерь райкомиссариат, находят в газовой камере чуваков Молдовы и спрашивают: «Слышите, парни, нам тут срочно нужно плитку положить, можете, пожалуйста, сделать?» Они такие спрашивают: «А за сколько?» Ну, тот говорит: «За 2 рейхсмарки справитесь?» А чел отвечает: «Закрой дверь». А, шо, ха-ха, считается. Да ты провокал, блядь. Ну, один хуй рассмешил. Давай мне кока-колу сюда, быстро, давай. Кока-колу. Ты, короче, понял, ты такой говоришь, а тот ему отвечает и провагиваешь, нахуй. Так, секунду, сейчас я готов проходить на второй раунд, только дай шутки посмотреть. Итак, 3, 2, поехали. Значит, фистишь себе в жопу, а тебе там руку пожимают и пытаются утащить. Так, окей, неплохо. Ладно. Пап, я иду гулять. Хорошо, но будь осторожна, парни думают только об одном. Секс? Давай. Сука, ладно. Ладно, сейчас будет топовый прикол. Идет по лесу Дюймовочка, Белоснежка и Сталкер 2. Дюймовочка, я самая маленькая на свете. Белоснежка, а я самая красивая на свете. Сталкер 2, я самая ожидаемая игра года. Идут они дальше и наконец находят дом правды. Дюймовочка выходит в слезах. Ну как так, я не самая маленькая. Меньше меня мальчик с пальчик. Белоснежка выходит с криком: «О боже, я не самая красивая». А Сталкер 2 не выходит. Было бы смешнее, если там этот про 14-0 было. Ну ладно. Бля, знаешь что? А? Я пытался, сука, я хотел дослушать шутку, я уже на середине шутки, бля, чуть не ржал нахуй. Я пытался держаться, чтобы до конца дослушать, блядь. Так, давай мне, короче, на вторую награду ты даешь мне бесплатный донат у себя на сервере, понял? О как. Да. Я себе сам, правда, наколдую, как админ. Тогда вам еще вот это вот в придачу. Во, так я смогу даже отбиться тогда. От стража местного. 3, 2, 1, начинаем. Ага, парень, как тебя зовут? Спросил учитель. Мухаммед, ответил он. Теперь ты живешь в Ирландии, Мухаммед. И теперь тебя будут звать Майкл. Приходит новоизбранный Майкл к себе домой. Как прошел твой день, Мухаммед? Спросила его мать. Меня зовут теперь не Мухаммед. Теперь мы живем в Ирландии, и с этого момента зови меня Майкл. Ты стыдишься своего имени? Спрашивает мать. Хочешь предать своих родителей и родину? Как ты смеешь? Мать выбила из бедного Мухаммеда все дерьмо. После этого позвала отца, и вот тут тоже выбил из него все дерьмо. Приходит бедный избитый мальчик в школу, а там его спрашивает учитель: «Что ж с тобой случилось, Майкл?» Сразу после того, как я стал ирландцем, меня избили 2 ебаных араба. Я думал, ты сейчас уже все просрал, а, блядь, концовка пиздец. Сука. Амсик просто... Проходите в эту дверь, давайте. Ура! Все. Ура! Приветствуйте, дамы и господа! Король юмора, медик Бэт, блядь! Ура! Кто вы смеется до кровавого поноса? Блядь. Сейчас, 5 секунд буквально, 5 секунд. 3, 2, 1, начинайте. Я решил посетить чудный сервер ролплей, я своим не поверил глазам. Тут и плагинов 100, и маппинг зачет, и вот я за D-класс спавнюсь тут. Но тот школьник-админ не дает мне шагнуть, и все баном грозит на 100 лет. Ебучая дрочь, как меня заебал! Лучше в школу пиздуй, от меня ты отстань, малолетний пиздюк. Иначе въебу, малолетний пиздюк. Ну чё это хуйня? Блять, я над этим целый день старался, уёбок. Почему твоя мать не смогла выбраться из измерения 106-го?
Слишком жирная, в проход тут не прошла. Хуйня. Что сказал The Class? Кушай розовую конфету. Перекус араба чек. Хуйня, ваше время вышло, да расстрелы? Да блядь. В смысле, блядь? Давай, уёбок, я готов, блядь! Медик, медик. Он готовил шутки полтора или два дня. В итоге он хуже всех отыграл. Даже рандомный школьник лучше пошутил. Ебать, позор, нахуй. Итак, медик, вторая попытка. Три, два, один, начинаем. Собственно, маленький Гитлер жил в тихой деревушке со своими двумя старшими братьями. И как-то раз отец приносит корзину слив. Маленький Гитлер не удержался и съел одну сливу. Но чтобы не спалиться, съел косточку. Отец вернулся с работы, пересчитал сливы, а одной не хватает. И косточку тот съел. Ну, отец собрал своих детей и говорит, кто съел сливу. Никто не признается. Но отец и говорит, хуже всего не то, что кто-то из вас украл сливу, а то, что с нами съел Гитлер нахуй. Хуйня. Еще и микрофонит. Да. Алекс Нотфрилл сказал то, что угодный контент теперь только на его канале. Больше его никто не видел. Хуйня какая-то. Ну-ка, Стенака, сейчас быстро перечитай, какие у меня там еще, блядь, палач. Сервометные. Палач, ебаш, минута прошла. Блядь, да ёб народ, иди. Знаешь, можно итог с видео сделать. Медик главный лох видео. Вообще самый отстойный. Все, сталкер, выходите, пожалуйста, да. Ну, имя классное, классное имя. Должен зарешать. Да. Ну, мы его будем ждать, наверное, долго, он не выйдет. Сталкер, выходи. Почему он не выходит? А дату перенесли. О, он вышел, все. А, ура, сталкер второй вышел. Здравствуйте. Добрый день, вы решили наконец-таки выйти из релиза, да? Да. Хорошо, будете нас смешить сегодня? Да. Ну тогда вперед, на счет 1, 2, 3. Раз, два, три. Говорит старший научный сотрудник, данные удалены. Научному сотруднику данные удалены. Блин, надо почистить камеру печеньки. Вызывает два сотрудника, три сотрудника класса D. И... они заходят, начинают чистить камеру. И... Ваше время вышло, давай, шатай. Да. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и колокольчик, и комменты обязательно.